3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте! Сегодня среди плательщиков все чаще звучит понятие «электронный счет-фактура». Кого это касается и что это такое в принципе, об этом спросим у эксперта программы, заместителя начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Валентины Сытько. Валентина Адамовна, здравствуйте! Здравствуйте! Вам слово. Электронный счет-фактура введен в обращение на территории Республики Беларусь с июля прошлого года. Электронный счет-фактура – это обязательный электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью как продавцом, так и покупателем, и он обязателен для всех плательщиков НДС, у которых имеются объекты обложения этим налогом. Электронный счет-фактура не является первичным учетным документом, это основной документ для принятия к вычету сумм входного НДС. Форма электронного счета фактуры, порядок ее заполнения, создания, выставления утвержден постановлением Министерства по налогам и сборам от 25 апреля 2016 года номер 15. Электронные счета фактуры, если в прошлом году был переходный период и разрешалось плательщикам принимать к вычету суммы входного НДС на основании первичных учетных документов, то сегодня все наши плательщики знают, что с 1 июля 2017 года основной документ для принятия к вычету входного НДС является электронный счет фактура. Переходный период закончен. Спасибо, Валентина Адамовна. Я напоминаю, ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.